5 продуктов, которые следят за вашей талией. Льняное семя. Молотое льняное семя богато клетчаткой. Добавляйте 2 столовые ложки льняного семени в кашу или йогурт. Квашеная капуста. Квашеная капуста содержит полезные бактерии, которые улучшают пищеварение, ускоряют потерю веса и даже укрепляют ваш иммунитет. Киви. После еды диетологи советуют съесть пару киви. Это будет способствовать процессу пищеварения. Киви расщепляет жиры и выводит их, нормализует и усиливает пищеварение. Выводит шлаки благодаря клетчатке и пектину, нормализует белковый обмен. Миндаль. По мнению диетологов, секрет успешного похудения – частое дробное питание на протяжении дня, которое помогает предотвратить переедание вечером. Миндаль со свежими фруктами – лучший перекус. Фасоль – самый полезный продукт на свете. Фасоль богата антиоксидантами. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, тем самым сдерживая аппетит. В ней идеально сбалансирована клетчатка, белок и питательные вещества, которые заряжают нас энергией. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!